я решил поводок подлиннее сделать, 1.5 метра. И сразу как бы дело пошло. У нас же отдых. Рыбалка — это так. Ну что, проверка палатки на дождь. Прям такая потяга была. На меня пошел. Ребят, всем привет. На балконе собирались здесь, в общем-то, на очередной выезд. Этим летом ни разу не был с ночевкой. Хочу съездить на Аку, отдохнуть, пока тепло. Переночевать в палатке, половить рыбу. Ну, надеюсь, что-то из этого получится. Буду стараться снимать, хотя погода не очень. Обещают и дожди, но вроде как тепло. В общем, поехали на речку. Самое интересное запишу. С вас лайк, комментарий, подписка. Погнали. Вот такая вот палатка. Nothing Zop 2. Весит 2,9 килограмм. Она на двух человек. Ну, в идеале, конечно, наверное, на одного. Но, в принципе, вдвоем. Вот, короче, это вот так вот выглядит. Здесь спальник, надувающийся коврик и две штуки, подушки. И все, здесь можно ночевать. Короче, разбили мы лагерь. Вот так вот. Сейчас пойдем ловить рыбов. Больших рыб? Ну, не знаю. Главное, чтобы на сковородку поместились, да? А сковородка-то у меня, ну-ка, где она? Это я сковородку как он взял, а? Какая? Гамма 200 надо поймать, а? Ну что, нормально. Короче, приехали отдохнуть на Аку. Половить. Посозидать. Погодка у нас пасмурная. Ну вот, как-то так. Раз, два, три, и вы уже ловите рыбу. Ну что, проверка палатки на дождь. Приехали, и, короче, влил просто такой ливень. Вот так вот. Просто уже льет. Часа полтора мы даже половить пока не можем уйти. Под зонтом сидим. Ну, слушайте, все стекает, водичка. Внутри потом вечером посмотрим, что там как. Ну, слушайте, прикольная, классная палатка. Зонтиком быстро открывается, так раз-два и все дела. Самонадувающийся коврик и спальник. Подушечка. Все. Кайфуй. Хорошая палатка. Прям... нормалек вот так вот поехать, если переночевать, то прям супер вообще. Гром, гроза, вроде уже так немножко проходит. Решили начать с отводного половить, потому что сейчас время часа 3 дня. Мы здесь до завтрашнего утра, поэтому сейчас мы половим на поводковые. Потом, если что, поджигуем. Да, погодка такая, что давайте я буду включать камеру, если будет что-то происходить интересное, потому что иначе все намокнет. Ладно, рыбалка рыбалкой. Вот это вот красота. У нас же отдых. Рыбалка — это так. Сопутствующий. Сопутствующий, товар. Да. Мы 2 часа помокли. Прошел фронт. Там еще какие-то остатки. Теперь солнце. Красота. Прям такая потяга была. На меня пошел. Вот это пойдет. О! Это пойдет. Ну да, только он прям-то заглотил так, что нормальный такой. Свинопультик. Свинопультик ты мой. Опа, есть. Хорош. Такой он. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Есть. Это поменьше будет, парень. Блин.
Они, да, они там стоят выше. Вот, короче, прошел ливень. Сходили, мясо пожарили. Во время дождя 2 часа промокли, половили. Вообще толком ничего не клевало. Какие-то нередкие поклевки. И вот сейчас выглянуло солнце. Потом сейчас солнышко скрылось в таких тучках. В дымке в какой-то. И вот окунь, берж вышли, поклевывают. Нет-нет, поклевки есть. Но отводной поводок по камушкам так трик. Причем я, кстати, у меня стоял поводок где-то метровый. Очень часто путалось все. Я решил поводок подлиннее сделать, 1.5 метра. И сразу как бы дело пошло, перестало все это дело путаться. И начались поклевки. Короче, у нас вот такой вот лагерь. После дождя, после всего. Сейчас половили на отводные поводки, на джиг. В общем, окунь, берж поклевывает. Сейчас уже солнышко заходит. Сейчас я возьму другой спиннинг. Пойду попробую половить на воблеры 11:00. Потом в этой комфортабельной двухместной палаточке переночуем на свежем воздухе. И дальше будет уже утро, рано утром продолжение рыбалки. Ну что, всем доброе утро. Продолжаем рыбалку. Вышел утром поджиговать, сейчас на рассвете. 30 минут кидаю, тишина. В ночь сидел местный мужик с донками. Ловил там на сало, на червя. Короче, поймал за всю ночь 4 густеры. Одну я видел вчера, до 10 вечера кидал воблеры. У меня на воблер одна поклевка только была пустая, ну, слабый какой-то тычок. И сейчас вот пришел, а здесь донки раскинуты, ну, такие ручные, скажем так. Вот, не знаю, видно, нет. Короче, на живца мужики тоже сидели всю ночь. Ну, у них сколько тут, наверное, 10 точно не меньше этих донок с живцом. Вот они, говорят, поймали 2 судачка и головля под 2 килограмма. Вот, пока кидаю резину, сейчас покидал поролон. Ну, как-то поклевок нету совсем. Не хочется на отводной переходить, но чувствую, что придется. Вот такая вот красота на оке. Поклевочка произошла. Кто-то клюнул. О, блин, и свалился. На гипарсоте, блин. Не знаю, кто был, судачок или бешек, а маленький фет. Собака, блин. Рыба под вислом. Рыба какая-то. Какая-то рыба. Рыба называется берж. Вот так вот он клюнул. Да. Ну такое себе, конечно. Ой, ё-моё. Да. Ну вот, что есть, то есть. Придавил за бороду на свинг. Давай, плыви. Вот такая вот рыба клюет. Оп. Окунёк. Очередной чипиздрик. Да, нормальная поклевка была. На твистерочек. Похоже на берша. Ну да. Он и есть.
Да ладно, такой же, как и все. Шуруй домой. На твистерочек опять. Единственное, что сегодня не кидал еще, это изи шайнер вот. Трехдюймовый. Ну, в общем, друзья, что я могу сказать? Погода портится. Время уже 9 утра. С 4 утра половил. Короче, грустно. Куча лодок, всего там ездит. Ну, у всех, в общем-то, ничего интересного. Кроме как вот на живца. Больше ничего такого никого не скажу, чтобы что-то было. Все, в общем, плюются, клёво нет. Погода еще непонятная, конечно, такая. Вот. Будем закругляться. Сейчас пойдем позавтракаем. Тихоньку будем собирать лагерь, да надо выбираться. Там дорогу после вчерашнего ливня развезло. Надеюсь, что выберемся отсюда. Вот. Но у меня на сегодня все как-то так. Вот такой получился у нас отдых выходного дня. С палаточками, с шашлычком. Немножко рыбки половили. Конечно, ничего интересного, но как есть. Поэтому давайте, друзья, до новых встреч.